На базе школы-гимназии номер 9 состоялся семинар-практикум на тему «Модернизация общественного сознания – залог развития». В семинаре приняли участие педагоги и учащиеся 7 школ города. Участники встречи обсудили вопросы формирования патриотической личности. В рамках обмена опытом были проведены интерактивные игры и панорамные уроки. Учащиеся школ представили музыкальные композиции и видеоролики на тему «Модернизация общественного сознания», а также выставку с изображением наиболее популярных исторических и сакральных мест региона. Юная рукодельница Арайлым Саджан вышила бисером логотип проекта «Рухани Жангару». Свою работу я посвятила программной статье нашего президента. Мне очень нравится логотип программы. Это парящая в небе птица. Она символизирует единство и устремленность к новому нашей страны, богатство ее культуры. На этом семинаре говорилось о важности сохранения и развития национальных традиций. К примеру, традиция приветствия. Рассматриваются виды приветствия, его особенности в каждом регионе. Для молодежи это очень занятно и полезно.